Якутия отмечает День государственного флага России. По этому случаю были организованы торжественные мероприятия по всему городу. Празднование началось на площади Ленина. Несмотря на пасмурную погоду, собралось горожан немало. Многие несли государственную символику и тут же на площади раздавались нагрудные ленточки в цветах триколора. Торжественное мероприятие открыл глава Якутии Егор Борисов. Он поздравил якутян со знаменательным событием и упомянул про успехи России на Олимпиаде. Затем глава региона лично вручил паспорта гражданина Российской Федерации юным школьникам, достигших возраста получения документа и отличившихся успехами в области науки и спорта. После торжественного мероприятия члены правительства Якутии, молодежной организации и любители велосипедного спорта стали участниками велопробега, посвященному Дню российского флага. Ну, во-первых, это, опять же, символ единения, то есть мы вместе с активистами молодежного движения, членами правительства, просто с простыми горожанами, гостями столицы пройдем путь от Дома правительства до парка культуры и отдыха, и там как раз мы опять же символизируем единение, что под единым флагом, флагом Российской Федерации, мы вместе объединяемся в движении вперед, движении спорту, движении к победам.